Приветствую, друзья, на связи Артур, и в данном видео речь у нас пойдет об экономической онлайн-игре под названием «Веселые рыбаки», а именно хочу обсудить игру «Русское лото». Расскажу, что это такое, как можно здесь заработать. Как раз таки время подходит, я подгадал, в 8 часов по МСК запускается игра. Это нововведение в проекте, старые добрые лото, в которые в детстве мы играли, я как сейчас помню, бочоночки, вот эти листочки с цифрами, и вытягивают с мешочка у нас бочонки, и мы заполняем, что у нас выпадает. Собственно, кто первый заполнит карточки, тот зарабатывает средства. Как видим, на данный момент розыгрыш состоится, значит, так как все карточки выкуплены, и вот буквально через 20 секунд уже будут появляться первые бочонки. Правила игры расписаны в соответствующем разделе, все достаточно просто. Мы покупаем билет за 100 рублей, выбираем его, здесь у нас есть зеленая кнопочка «Купить». А дальше они у нас отображаются в разделе «Играть». И можно купить от робота за 20 рублей. Действие невозможно, так уже по ходу игра запущена. Давайте обновлю страничку. Итак, у нас появилось первое число. 66. Наша задача смотреть по нашим вот этим карточкам, и где выпадает число 66, мы его как бы закрываем, нажимаем на это число. Таким образом, игра длится где-то минут 15, может 20. Так, видим, следующее число 50 выпало. Я просматриваю. Значит, количество карточек у нас не ограничено на одного человека, то есть оно ограничено количеством, сколько их всего имеется. А всего их 99 штук, то есть вы можете хоть 98 купить и там играть, сидеть. Лично я сегодня купил 5 штук, это моя первая игра. До этого изучил, посмотрел, пообщался с администрацией, узнал, как что работает, и вот сейчас хочу поделиться с вами информацией. Как видим, происходит процесс игры. Каждые 20 секунд у нас выпадает вот такой вот бочонок. Я вот уже пропустил. 19 число. Заполняем. И следующее 80. Смотрим, смотрим, смотрим. Очень удобно, в принципе, сделано. Комфортно. По поводу правил, что можно выиграть. То есть мы покупаем за 100 рублей билетик. И каждый день, если билетики раскупают, 8 часов по МСК проходит розыгрыш. То есть, что нам нужно сделать? 8 часов по МСК зайти во вкладочку «Русское лото» и смотреть за бочонками и проставлять циферки. Вот 38 выпало, смотрим, где оно. Кто первый заполнит вот эту первую линию, тот у нас, давайте посмотрим, что получит 200 рублей. Всего таких вот 20 победителей из 99 за заполнение строки по горизонтали плюс 100% от стоимости карточки. То есть она стоит 100, и вам еще 100 сверху начислится в случае того, если вы одни из 20 будете, вот, которые зачеркнут вот это число. Так, смотрим дальше. 38 я только что пометил. 79. Смотрим, смотрим. Есть 79. Также 61. Быстренько, быстренько это нужно делать. Но есть еще второй вариант, это робот. То есть вы можете заплатить еще 20 рублей, и вместо вас робот будет сам смотреть, какое здесь число, и ставит. То есть если у вас нет возможности, а вы бы хотели поиграть, платите 20 рублей на каждую карточку. Как-то буквально несколько минут назад, перед стартом, вы увидели здесь зеленую карточку. Я не успел нажать «Купить», чтобы вам продемонстрировать. Так, 12 число. Быстренько просматриваем. Заполнил. А, значит, так, 83-е. Еще одно у нас выпало. Так, 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 так. А дальше, значит, как только 20 победителей у нас определяются... Вот у нас по 200 рублей. Следующий этап, это у нас нужно заполнить целую карточку. Мы получим плюс 200%. Всего таких 10 победителей, и можно получить вот 300 рублей. То есть 100 потратили, 200 чистыми сверху еще получаем. Что означает заполнить карточку? Вот это называется сдвоенная карточка. Вверху одна, ниже вторая. Кто заполнит полностью вот эти все цифры, тот получает плюс 200 рублей чистыми.
И самый главный приз – это 2000 рублей за заполнение сдвоенной карточки. То есть вложил 100, получил x20 к стоимости карточки. Переходим в раздел «Играть». Уже выпало достаточно большое количество номерков. Так, по-моему, последнее было 83 я заполнял. Да? Или нет? Да. Теперь у нас 36. Просто берем вот так вот 36, смотрим по каждому ряду. Если у вас много карточек. Раз, 36, можно с телефона, то есть как угодно. Следующее у нас 25. Смотрим, смотрим. Нет, у меня 25. А числа выпадают в рандомном режиме, то есть система самостоятельно определяет, какое число в данную секунду там показать. И у кого, кто везунчик, я бы так назвал, тот закрывает быстрее всех вот эти карточки. А как вы могли заметить, у каждой карточки имеется свое расположение чисел. То есть они не одинаковые, у каждого индивидуальные. И они не повторяются, насколько я понимаю. Так, 54. И следующее у нас 40 число. Как видим, чем больше и больше цифр выпадает, тем больше закрывается номерков. 40, 40, возможно, пропустил. Не очень удобно рассказывать правила и сразу же играть, но я думаю, суть вы уже уловили. Помимо этого, здесь есть еще такая кнопочка, как трансляция. То есть мы можем посмотреть, как обстоят дела у других пользователей, сколько они чисел уже закрыли. Онлайн-трансляция. Так, Admiral Ben Oxaves. Закрыто 10 чисел. Так, 9-9, а где здесь я? Вот, Артур Ноус, 7 чисел. Вот где показывается робот, это означает, что люди просто оплатили 20 рублей и вместо них система играет. Так, смотрим, следующее число я уже пропустил, сколько. Так, 64, по-моему, было. 45 было. 41 следующее у нас выпало. Заполняем, смотрим дальше, единичка, раз, два, что-то у меня первая линия пока что не вырисовывается, но ничего, может дальше повезет, а может и нет, то есть это такое дело, можно приятно провести время и в случае чего выиграть, то есть вы можете там 5 раз подряд, к примеру, не выигрывать или там 10, неважно сколько, а потом хоп, выпадет x20, то есть такое дело на везение. Смотрим, 77, есть, есть, и смотрим выше. По поводу трансляции, значит, видим 12, вот это лидирующие, сумма выигрыша, можно отсортировать, и вот закрыто, сколько, есть люди, кто ничего не закрыл, 0, и видим онлайн, и даже нет робота, то есть человек купил билетик, и ничего не делает, забыл. Даже, как видим, такие есть. Смотрим дальше. Игра. Так, следующее число у нас 52. Так, так, так. Нету больше. 69. Есть еще такая штука, как вот звук. То есть при каждом выходе бочонка будет у нас сигнал о том, что появилось новое число. То есть, если вы где-то что-то смотрите, отвлекаетесь, у вас будет оповещение. Вот, есть соответствующий звук, выпадает число. Так, 27 в этот раз. Давайте смотрим. Вот еще одно имеется. Вот уже более-менее картина вырисовывается. Где-то больше чисел, где-то вот всего лишь там 5. Так, 27 только что просмотрели. Не хотелось бы и видео затягивать. Давайте дальше просмотрим основные моменты, что здесь еще имеется. Как играть? Купить один из билетиков. Так, не хотите закрывать, можете купить робота. Дождитесь, когда раскупят все 99 билетов. Если не раскупают, игра переносится на следующий день. Розыгрыш 8 часов.
Дальше. Важные моменты, о которых вы должны знать. Игра завершается, когда один из билетов закрыл все числа. То есть вот эту сдвоенную карточку. Если будет недобор по первой линии, либо же там по второй, то, я так понимаю, игра завершается. Один билет не может выиграть две квартиры. Учитывается только первая. Если два игрока купили робот, и роботы у них одновременно закрываются все 30 чисел, то система автоматически выбирает, кто будет первым. Давайте вернемся к игре, быстренько посмотрим, что у нас здесь выпало. Мне нужно закрыть, сейчас я поставлю на паузу, быстро все позакрываю и продолжу. Так, делаю небольшое включение, у меня удалось закрыть одну квартиру, это вот номер 41. Где он находится? Вот 41. Первая линия у меня заполнена. Я вхожу вот эту первую двадцатку, как раз таки у меня одна карточка уже, можно сказать, окупилась, даже две. Потому что 100 заплатил, 200 заработал. Так, следующие числа выпадают 75. Нужно быстро-быстро заполнять. Закрываю дальше и включусь немного позже, когда будет чуть больше чисел. Только что закрыл вторую линию. Так, вот отображается 40-й билетик. Неважно, как видим, неважно в первую, вторую, либо же в третьей полосе. В данном случае я вот среднюю закрыл. У меня вот пишется так, 40 номер. Дальше смотрим. Плавненько подходим к следующему этапу. Это закрытие первой карточки. Как видим, вот называется одно поле. У меня осталось два числа. Номер 40 пока что самый везучий. Вот еще 54, ничего так. Так, число 7 закрываем. Страсти накаляются. Уже так интересненько по трансляции, что мы видим. О, я на первом месте, номер 40. Так, 24, адмирал. Так, Макс Инвест, 24. Понятно. Так, число 2, смотрим сейчас. На кону, как говорится, важна каждая секунда. Первые 20 уже закрыто. Победители есть. Мне повезло, две мои карточки уже как бы получили мне профит. 48-е смотрим, закрываем. Чуть позже снова включусь. Итак, друзья, статус «Игра завершена». Немножко не повезло мне, но ничего. Я потратил 500 рублей, 2 номерка закрыто, это означает, что 400 я отбил. Минус 100 рублей у меня получилось, но ничего, я думаю, в следующий раз повезет. Смотрим, номер 59, поздравляю, получил плюс 2000%. Это у нас кто? Денис Ок. Поздравляю, дружище. Видим, что у него закрыто и поле, и как раз таки вот это... Плюс 2000%. Итого он 2300 с одной карточки заработал. Я нахожусь на пятом месте. 28-е, но мне здесь ничего не повезло. Поле. Так, квартира. Здесь не сортируют. По выигрышу можно посмотреть, кто у нас победители. Вот есть я. Две моих карточки. И выиграл второе место с помощью робота. Также есть роботы. Как видим, не обязательно присутствие. Интересная, прикольная такая игрушка. По правилам, что еще хотел обратить внимание, что когда мы закрываем числа, нельзя много раз попадать, грубо говоря, мимо. Там написано где-то у них было, что если более 5 раз ты нажимаешь на какую-то другую клетку, то у тебя снимается там, по-моему, 1 рубль. Вот такую игрушку мы имеем внутри игры. Прикольная платформа, постоянно развивается. Давайте перейдем в раздел игры. Сколько здесь имеется? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мини-игр, с помощью которых можно достаточно неплохо зарабатывать. Где-то нужно везение, где-то еще какая-то стратегия. Давайте сейчас проверим проект на платежеспособность и будем заканчивать данное видео. Надеюсь, донес вам информацию, рассказал, что знаю. Так, чтобы вводить средства, нужно... Так, следующее действие. Отключить мобильные операторы, либо же включить. Хорошо, сейчас сделаем.
Итак, продолжаем. Мобильные операторы отключил. Теперь выводим средства. У меня уже 4-й VIP уровень, соответственно, могу выводить по 7000 рублей за одну выплату, то есть раз в сутки можно заказывать, и вот 7000 я могу получить. Нажимаю кнопочку «Заказать вывод», смотрим, средства успешно выплачены, можно перейти на форум, оставить отзыв. Это все хорошо, давайте проверим, есть ли платеж. Обновляем страничку, 6934 рубля поступило, ID платежа. Так, пользователю Артур Нов с проекта «Веселые рыбаки». Как видим, немаленькие суммы проект выплачивает. На данный момент я уже вывел 72 тысячи рублей, что очень-таки даже приятно. Инвестировал 18 550. Все, что было у меня, я реинвестировал, прокручивал и вот заработал, как по мне, очень даже неплохую сумму. Продолжаем зарабатывать, игрушка развивается. В следующих видеороликах узнаете о других моментах, которые здесь добавляются. Это видео только посвящено игре «Русское лото». Надеюсь, был полезен. Если да, ставим палец вверх и подписываемся на канал. До скорых встреч. Всем пока.